Воробей. Я. Нет, это нет, так мне не нравится. Это, знаете, я просто так тихо, незаметно. Кто хочет получить сейчас в сервисном центре автомобиль? Я. Нет, нас не слышно. Вот нас будет слышно тогда, когда с улицы прибегут люди и будут смотреть, что здесь такое происходит. Кто хочет получить автомобиль от компании Oriflame? Вот, вот теперь слышно. А там у нас еще сидят интернет-заказы, делают консультанты, да? Неинтересно узнать, кто выиграет автомобиль? Я, Базарбаев. Базарбаев выиграет? Ну, сейчас посмотрим. Итак, что нужно было сделать, чтобы выиграть автомобиль? Давайте еще раз вспомним. Требуется 30 очков. Сделать единый элемент по 75 баллов. А ты участвуешь. Участвуют в энергетике. Сколько человек ты подписал? Троих. Только троих? Нет, я второй, сейчас здоровый участвую. За год? Ага. За три дня, за три. А представляете, если каждый день подписывать по 3 человека, если каждый день они будут делать по 75 баллов бонусов, сколько раз в лотереи вы можете участвовать? Кто-нибудь задумывался? Представляете, если каждый день по 3 человека подписывать, и они будут делать по 75 баллов бонусов? 21 день. Ну-ка, посчитайте, сколько у вас будет пистоновки баллов бонусов? У кого с математикой хорошо? А? 3 новичка по 75 баллов бонусов будут делать. 4750 в общем. Эх, вы, ребята, я-то думала, вы все просчитали, вы приготовились, да? 4750. И на какой уровень мы выходим? Кто там сказал, директорский? Кому поставить двойку? Ну ладно, давайте, я вас томить не буду. Вы же все пришли для того, чтобы сейчас поучаствовать в розыгрыше. А потом пойти, что делать? Рекрутировать. Рекрутировать. Я что-то вот только одного от Базарбаева услышала, что рекрутировать. Кто еще будет рекрутировать, скажите? Я. Кто еще завтра приведет трех, если по 75? Я. Yeah. На втором автомобиле, знаешь, выиграть второй автомобиль? Еще два автомобиля. Вот сейчас мы забираем, и еще два будет автомобиля. Хорошо, я вас всех запомнила, что вы идете рекрутировать. Отлично. Тебя как зовут? Ясмин. Ясмин? Ясмин. Сколько тебе? 5. 5 лет. А какая у тебя самая-самая заветная мечта? Что ты хочешь? Вот какой подарок ты бы хотела получить от мамы? Может, он по-русски не понимает? Шагун. Не, уж и шагун кирик, это сам? Копейки. Нет, буквы кирик. Подарите. Варгима? Винкс. А, Винкс. Джеред. Кома, привет. Итак, мы начинаем наш розыгрыш. Вы видите маленькую девочку, которую зовут Жасмин. Ей всего лишь 5 лет. У нее есть заветная мечта. Она хочет куклу Винкс. И вот сейчас она нажмет на кнопочку, и вы узнаете, кто будет являться вторым обладателем великолепного автомобиля. Итак, кто хочет получить автомобиль здесь в сервисном центре? Я! Дадим такую возможность, Жасмин, да? Гримсба? Давай. Так, нажимай на левую кнопочку. Пошел так. Итак, а ты нажал музыку погромче. И на какую снова на левую нажимай. Нажимай. И у нас есть победитель 120, 27, 28. Я не вижу до конца фамилию. Аки. Посмотрите, пожалуйста, наши коллеги. 120, 27, 28. Акимова Венера. Отлично. Итак, у нас есть второй победитель в розыгрыше автомобиля. Акимова Венера. Откуда она? Из Тараза. Ура! Дружно все выходим куда? Рекрутировать на улице! Ура!
Нет, 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 нет